Намасте, дорогие друзья! Сегодня я сменила потный... Сменила душный фитнес-зал на стадион. Именно здесь проходит фестиваль практик по йоге. Вот какие же направления мне выбрать и смогу ли я хоть что-то освоить, хоть я в этом очень сильно сомневаюсь, давайте с вами проверять. О, боже, как ноги болят. Блин, коврик забыла. Первое направление, которое я выбрала, называется инь-йога. По принципу меньше народа, больше кислорода. Итак, вот тут у нас преподает Анастасия. Анастасия, расскажите, что это за направление? Прорабатываются не мышцы, а соединительная ткань, связки. Это поза дракона. Вот мне прям дышать не хочется. Вдох животом. Затем наполняется грудная клетка. На выдохе грудная клетка опустошается. Живот опустошается, притягивается к позвоночнику. Ну, а мы пойдем попробуем другие техники. Здравствуйте, намасте. Намасте. Я вам представляю Алену. Она тренер по гвоздитерапии. Смогу ли я так без подготовки встать? Противопоказания, конечно, есть. Во-первых, это сердечно-сосудистые заболевания, проблемы с сердцем, высокое давление. Людям с пониженным давлением, сильно пониженным, я тоже не рекомендую заниматься. Полностью вес тела переносите на меня. О, божечки! А то, что у нас... Работаем дыханием. Как правильно дышать? Дышим животом. Вдох, выдох. Чуть более глубокое дыхание, чем ваше обычное. Дышим. Когда будете готовы, меня отпускайте. В плане отпускать. Отпускайте. Я отойду. А дома-то я могу это одна практиковать? Да, можно практиковать самостоятельно, но хотя бы несколько раз рекомендую с преподавателем. Можно помочь себе заземлиться, собираем ладони в йони-мудру. Вот они у меня прям туда стремятся. Да, потому что нам хочется при болезни в ощущениях заземлиться. Можно помочь себе обнять себя за плечи. Я боец, я все вытерплю. Можно представить, будто бы вы держите энергетический шар в руках. Все, давайте все это прекращать. А давайте еще постою немножко. О, боже. И маленький шаг назад. Аккуратно. Спасибо. Вытягивать будем задние поверхности ног. Зачем я сняла носки? Газон просто горячий. Как мы видим, не все выдерживают таких нагрузок и впадают в спячку. Это моя любимая поза, называется поза моста или сатубенг. Видите, я даже выговорить ее не могу. Честно признаюсь, вот такие звуковые практики – это точно не мое. Но, однако, мастера йоги утверждают, что у вас с первого раза и не должно получиться. Ведь эти направления нужно практиковать изо дня в день. Ну, а я же сегодня расслабилась, получила заряд положительных эмоций и вот такие черные пяточки. Теперь в таком наряде должна пойти как-то на работу. Надеюсь, меня пустят. Для вас работали Алена Павлова, Борис Абрамов, ОТВ.